Привет всем, я продолжаю прохождение игры Black Mesa. Ремейк первой части Half-Life. Так, почему я ношусь с этой шляпой, смотрите, в первых сериях. Так, я пытаюсь вспомнить, то есть мы закончили вот здесь, в прошлой части. Пытаюсь вспомнить, пытаюсь понять, что... Что мне надо? Куда-то сюда нужно залезть. В прошлой части мы проходили производство грюнтов. Так, о! Душ, который восстанавливает ХП и энергию костюма сразу. Одновременно. Так. Не видать конца и края игре, слишком немножко затянуто, но ничего. Я думаю, еще, наверное, два видоса должно получиться по прохождению. Так, тут вот в эти лазеры нужно не попадать. Как-то между этими штуками пойду. Так, опа, ничего себе. Я чуть в штаны не наложил. Так, тут у нас какая-то логистика поперла. В прошлой части я мучился с вилками-розетками. Тут сейчас буду, видимо, с этими коробками и лентами мучиться. Так, буду почаще сохраняться. Мало ли. Сделаю еще такой полноценный сейф в новую ячейку, в отдельную. Так, блин. Куда же мне тут забираться? Ну, так я понимаю, все выше и выше и выше. Ух ты, ё-моё. Ой, ребят, не кусайте мне пятки. Не буду я их убивать. Этих чуваков. А вот этих стоит... Вот этих, так, надо аккуратно, чтобы шляпу не проебать. Да блин. Все-таки немножко потерял. Немножко потерял шляпу. Ладно, хоть не голову. Так, что-то мне открылось. Очень странно. Я эту... Блин. Панельку не открывал. Так, где у меня шляпа? Почему она у меня? Это у меня мышка глючит, я понял. Не сама мышка, колесико от мышки. Так, теперь как бы в портал телепортировать еще и шляпу. Нужно, наверное, с другой стороны подойти. Какой именно так? Если я вот так подойду, я в какую сторону телепортируюсь? Блин, и как мне ее оттуда забрать? Может, сначала шляпу? Нет, не получается. Хм. И как мне ее туда закидывать, что ли? Попробовать стоит, в принципе. Почему бы и нет? Почему бы и не закинуть? Но нет, не закидывается. Опа! А чё ты сразу... Сразу поцать меня начинает вода. Я... Кислород еще не закончился, то есть я еще могу дышать. А она меня уже коцает. Так, как-нибудь, наверное, отсюда попробовать. Почти. Почти. Да ёпарасоте. Что ты будешь делать? Так, тоже не получается. Куда-то мне нужно шапку определить. Блин.
не получается. Ладно. Какое-то место немножко такое, то ли забагованное, потому что я плыву-плыву и бах, тонуть начинаю. То у меня тут кислород начинает прям пропадать. Блин. А что я буду с шляпой делать? Она не хочет туда никак запрыгивать, так скажем. Так. Не нужно мне этого. О, попробую так. Да, надо же, на удивление получилось. И я ее поймал. Фух, это успех. Блин, если у меня такой гемор с каждым этим будет, с каждым порталом, а я думаю, что их здесь будет немало. Да блин, да что ты у меня все выскакиваешь? У меня мышка думает, что я колесико нажимаю. Я чистил, не помогает. Я думал, сначала туда какая-нибудь кошачья шерсть забилась. Нет. Подглючивает что-то. Ладно, не буду я сейчас этим заниматься. Нужно сейчас куда-то доехать. Куда только. Так, куда это нас дорожка-то ведет? А-а-а. Тут меня на куски порежет лазером. Так, тут корни сразу видно, что нужно по ним. Или трубы это. Ну, что-то типа биотрубы. Тут все такое какое-то. Угу. Так. Что дальше? Может, туда? Да что ты будешь делать к рыбам? Так, нет, я загружусь. Так. А куда, если не туда? Блин, что-то он... Гордон не встает нормально на трубу. Ну, я, в принципе, других каких-то площадок не вижу. То есть, я единственное, что... О, получилось. Вот здесь сохранюсь. Я не долетел и подумал, что не сюда. Оказывается, сюда. Подправили вот эти текстурки лазеров. И синие, и красные. Тут раньше они были, как в Half-Life во втором, такие размытые очень. Так, сохраняюсь. Конечно, наверное, глупо в движении сохраняться. Сейчас где-нибудь запарю просто сейф себе. Так, о, сюда нам. Так. Шляпа, на удивление, у меня в руке. Так, а тут меня, наверное, будет бить током. А ну, в принципе... Тут есть ачивка. Да, сразу скажу, что я ее отдельно запишу в отдельном видео. Я сейчас ее не буду выполнять. Но я не буду переживать, если она выполнится. Но расскажу я про нее позже. Ну все, она уже не выполнится. Так. Ну только при следующем, короче, прохождении там. Отдельно, короче, если ее выполнять, она выполнится. А в этом уже не будет ее. Так. Какой-то такой момент... Так, не, надо. Нужно пространство перед собой, чтобы увидеть, когда там ящик заезжает в лучи в какие-то. То есть, чтобы мне успеть куда-то сманеврировать, куда-то сойти. Так. Сохраняемся.
Обязательно. Тут вообще весь прикол игры в постоянных сохранениях. Ага. Нужно обойти. Так. Сюда куда-то, да? Так. Ага, нужно опять сюда, в ящик, в этот. Не ящик, что это? Что это за штука непонятная? Блин, шляпа осталась. Ну, ё-моё, вот для этого нужно постоянно сохраняться. Эгрит. Я помню, я обходил, потому что тут поле. Так, там, значит, перед ящиком нужно сохраниться. Опять. Если, конечно, без шляпы проходить, то... А тоже нужно постоянно сохраняться, мало ли. Где-то что-то понадобится. Сначала ее закину, потом сам спрыгну. Вот такие у нас методы, способы. Особо много драйва прохождение со шляпой не придает. Так, что у нас тут? У нас тут там больно. Тут у нас... А тут у нас... можно по этой штуке залазить. Сейчас она... Оп. Так. Где тут что? Ага, тут труба у нас есть. Так. Так. Ай, блин. Ай-яй-яй, где шляпа? Шляпа, шляпа. Шляпа не упала, она, значит, где-то там осталась. Ну, я попробую сначала ее достать оттуда. Потому что она где-то в безопасном месте там осталась. Так, не получилось. Главное под пресс под этот не попасть. Так, труба. Вот эта штучка. Уголок. Чтоб никто не уволок. Так, эта штука. Так, и шляпа у нас на месте. Фух. Я думал, все, она уже канула куда-то. Сохраняюсь, сразу делаю два сейва. Объясню, почему сразу и такой сейв. Такой сейв остается постоянно, то есть, ну, в отдельную ячейку, который сейв. Он навсегда останется в игре. А быстрый сейв, он, ну, для каких-то оперативных нужд. Нужно будет что-то сейчас быстренько там перезагрузить. И там по быстрой загрузке загрузится у нас последний сейв. Такой быстрый. Так. Квабанга. Кабанга. Или что они там говорят. Так. Ага. Тут какая-то платформа. Так. Ну, я не стану рисковать. Я сразу сюда. Тут вот какой-то вот этот красный значок. Так, извини, чувак. Труба. По трубе, значит, пойдем. Труба это вена или артерия, или что это? Ну, это что-то зеновские технологии какие-то у них. Какие-то биотехнологии у них. Так, я тут сохранюсь. Надеюсь, меня тут лазером не прибьет. Так. А, тут я вижу, наверное, по этой двери нужно залазить, потому что... У нее тут он за цепульки неспроста. Так, в душек схожу. Немножко так, а у меня уже все сотка того, сотка этого. Так. А, погнали. Дальше. Так, сейчас она опустится сначала. Блин, как быстро.
Как быстро она срабатывает. А чё так быстро-то? А, она, видимо... Все, я понял. Я понял. Так. Что-то пошло не так. Я какую-то... О, нифига себе. Я какую-то тут катастрофу устроил. Так. Нифига, они... Они, значит, эти штуки уничтожаются, а в этих штуках гранты сидят. Все, она заработала. Че, он там сдох, не сдох? Нифига себе, это что за прикол? Так. Ой-ой-ой. Меня чуть не зажало. Так. Так. Ага, видимо, сейчас вот эта штука. Да, мне надо еще выше на этой штуке подняться. Господи, как все неочевидно. Так, шляпу я бросаю и сам запрыгиваю. И сохраняюсь. Так, опять какие-то у нас тут... Ну, это уже мы знаем, что нужно сюда залезть. Ой-ой-ой, что это? Захватили. Блин. Ай-яй-яй. Ну ничего, бывает. Ладно. Я один фиг сохранился тут недалеко. Так, а тут у нас что? Тут ничего. Тут ничто. Там самое главное просто с него не сходить. Так вот по диагонали, чтобы шляпу тоже ничем не задело. Так, сохраняюсь. Так. Что-то сейчас будет. Я, видимо, инородный объект на этом кубе. Система меня вычислила. Так, что-то со мной сейчас будут делать. Тут, наверное, сейчас... Какое-то уничтожение будет. Так. Так. Подписывайся на канал. Так. Что дальше? Ай! Меня поджарили. Так. Что дальше? Так. Ой-ой-ой. Меня сейчас будут уничтожать. Ага. Ага. Я понял ваш план. Ведь я не Дима Билан. Так. Вот как это все работает. Но я жив. А эти лазеры немного снимают. На полу они сильнее жарят. Напольные. Да те вообще почти ваншотят. Так, нужно, наверное... Я сохранился прямо перед... А-а-а, блин! Ну, я молодец, конечно. Так, сейчас я попробую. Так, нет. Вообще нет. Надо попробовать отреагировать. Эх, не получится. Нет, я тогда загружаюсь с какого-то... Блин, это... Ну ладно, с автосохранения загружусь. Плохо. Вот туда нужно запрыгнуть успеть.
И я успел. Так, тут, конечно, автосохранение, но все равно я это сделаю в отдельный слот. Так. А тут как мы выбираемся? Ага. Душ. Хочу в душ, да. Блин, очень классно. Полностью заряжает вообще с нуля. И сразу и здоровье, и нездоровье. Так. Как я отсюда пришел? Мне нужно сюда. Так. Тут можно так ходить. Это что-то нехорошее. Нехороший знак. Сейчас я, наверное, буду биться с кем-то. Так, да, вот я оставлю шапку здесь. Сохранюсь. Так, ну кто, что? Так, вон он, один летает. Засранец. А-а-а, говорит. Он и хлопает вот эти вот коробки. И сейчас оттуда гранты, наверное, повалят. Классная пушка. Ух ты, ёпрысоте. Я этого не хотел, сорян. Чувак, сорян, сорян, сорян. Я к тебе претензий никаких не имею. Блин. И чё мне делать? У меня заряды у той пушки кончились. Гранатомета кончились. Тут с ними как-то дробачом-то не особо прикольно. Блин, 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 блин. Главное не забыть, что у меня там шляпа. Так. Слишком вас, ребята, много. Так, мне какое-то оружие нужно. Нужно попробовать тау пушку попробовать. Ей попробовать пройти. Где они были? Да блин, что-то она не особо против них помогает. Ах ты, черт! Там вообще надо немножко назад вернуться за угол сюда и посмотреть вообще такую инвентаризацию патронов провести. Ну, можно попробовать Hive Hand, пчеломет. Самое удивительное, кстати, недавно много комментариев появилось, типа, с чего ты взял, что это пчеломет? Ну, с того, что это пчеломет. Есть, конечно, неофициальное второе название — мухомет, но в русской локализации это пчеломет. Даже если посмотреть какие-нибудь вики там или еще что там, фановые какие-то сайты, там это указано. А так он в оригинале называется Hive Hand. Hive Hand — это ручной улей. Так, меня завалили, пока я тут разглагольствовал. Ручной улей. Так. Нужно вот с вот этих начать. Чем больше я их здесь завалю... Они уворотливые, вот, блин. Так, так, так. Я немножко назад ретируюсь. Hive Hand — это ручной улей. А еще у него есть другое название. Это типа
шершни-пушка такое. Переводим на русский, если переводить, то там получится шершни-пушка. Ну-ка, сейчас его рассмотреть получится. Ну какая хрень, это какой-то цветок. Нифига он так мочит-то. И вот, кстати, вот Грант без костюма. Голый получается. У него нет хайфхенда. Ручного улья на руке. То есть у него вот такие руки. И их... Так, я не туда иду. Мне за... Вернуться за шляпой нужно. Ну, и, видимо, где есть шершнемет, шершнепушка, там оттуда и появилось в русской локализации название пчеломет. Ну, и, во-вторых, есть еще такое мнение, ну, не то что мнение, а такой факт, что мухи не живут в ульях. Так. И куда... А! Все, я понял, все увидел. Так, мне куда-то вот сюда нужно. Так, мне нужно сохраниться в первую очередь. Самое главное. Так. И, наверное, вот сюда. Да. Так, там, конечно, какой-то проход был, но я... О, сразу душ. Что-то с музыкой не то. Что-то эта тетка подключилась как-то не вовремя. Чаще сохраняемся. Чем чаще, тем лучше. Потому что люлей могут навтыкать прям сразу так. Какая-то дыра. Ну-ка. Я так полагаю, туда нужно... Да. В эти штуки нужно стрелять. Блин, там эти упыри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Шляпа, шляпа, будь тут, я скоро вернусь. Мне нужно что-нибудь типа... Блин. Вот она, эта пушка, она тут заряжается. Все, я понял. Нужно скооперироваться, сосредоточиться. Сразу эту пушку взять, сразу здесь... шляпу оставить. Ну вот где-нибудь за этой палочкой, чтобы в нее ничего не прилетало и ничем ее не убивало. По мне уже начали херачить, я вижу. Так, что мне нужно взять? А, я сейчас не возьму, так как у меня заряда нет. Вот сейчас заряд пойдет. Так, вот пошел заряд. Все. Я немножко назад возвращаюсь. Так. Блин. Все, я это взял. Сохраняюсь и начинаю херачить их. Так, надо сначала бить не мигрантов. Так, чувак, я тебя не хочу трогать, там тобой управляют, тобой манипулируют. Не надо меня тоже бить. Так, куда этот головастик улетел? Грантов. Еще, кстати, Гранта можно назвать Грюнт, потому что он такой... А чё, не хочет, да? Ты скотина, блин. Ты скотина не хочет выходить из-за укрытия. Ну вылазь, вылазь. Подлетай, я через эту не смогу к тебе попасть. Сорян, чувак, я был вынужден это сделать. Так, тут, видимо, новые гранты вылупляются. Но он их сейчас навылупляет, блин. Но он не видит, что я не прохожу. И сюда не подлетает. Так, а, во-во-во-во. И вот так-то можно заснайперить. Блин, сразу с
спрятался. Но я его успел задеть. Еще один там остался, чувак. Так. А что толку? Что вы толку меня там бьете? Давай, вылетай из-за столба. На тебе. Прям по харе. И мне так кажется, что там он грантов наделал. И я сейчас, наверное, сюда перепрыгивать нужно. Ладно, я возвращаюсь к шляпе. А чё, шляпы нет? Серьезно? И я это все время, я этот момент прошляпил, короче. Фонарь здесь вообще не такущий, не помогает. Так, ладно, загружаюсь, тогда буду троить еще раз этот момент. Так, шляпа, она... А, ее и нет. Так, ладно, я с какого-нибудь более предыдущего... А, нет, не сохранить, мне надо загрузить. С более предыдущего уровня. Ну, давай отсюда. Отсюда пойду. Хуа. Хуа. Так. И давай по новой. Так. Самое главное, не давать им туда, где шляпа хранится, попадать. Так. Чё, кто? С какой стороны в меня шмаляют? Да, вот отсюда можно неплохо их поколупать. Но самое главное, чтобы не пропала моя шляпа. Сейчас он, наверное, поближе подлетит. Я ее не вижу. И вот как этот момент проходить нужно, если там... Так, я последнего убил, получается? Нет, не убил. Точнее, он был не последний. И этот был не последний. Ну, нихера себе. Обидно даже как-то. Так, шляпа на месте. Так. Не нужно меня так лупить. Он им контролирует, прям манипулирует, прям через стену. Так. Хорошо. Я вас отсюда порублю всех. Так. Все, они заговорили по-своему, по-вартигонски. И шляпа, оставайся на месте, пожалуйста, пожалуйста, yes. То я не знал, что делать, как быть. Так, теперь полноценное сохранение. Фух. Ну, она, конечно, дает жару, эта шляпа. Нудности больше придает игре. Вот в... Так, вот он бежит на меня. Так, шляпа, шляпа. Во втором эпизоде Half-Life есть ачивка. Там нужно было тащить гнома садового. Я уже про это рассказывал. Ну, я на всякий случай, кто не видел, не слышал, расскажу, что там... Это сделано намного интереснее. Так, тут, видимо, нужно... А-а-а, скотина. Там по мне лупит. Так. Все, я потерял. Я шляпу потерял. Можно было просто загружаться с последнего сейва. Так.
что-то я нить повествования свою потерял. А, насчет ачивки с гномом. Там, короче, гном, ну, как-то она более сбалансирована, игра. Ну, не то, что игра, а сама вот это... Само достижение. Так, я отсюда... Отсюда, наверное, я ничего не сделаю. Я его не вижу. Где он там? Но он где-то за колонной далеко и контролит вот этого вортигонта. Я его, конечно, завалю. Я не хочу их валить, но... Типа они уже как дружбаны стали. Свои все. В доску. Так, где он был? Так. Если я тут оставлю, нормально все будет. Так. Так, хорошо, отлично. Отлично. Так, главное не потерять шляпу. Блин, наделали, блин. Здесь сама игра, она очень длинная получилась, очень затянутая. И с этой шляпой очень много геморроя. И да, это сложная получается такая ачивка. То есть первую часть игры, где... Так, где они летают? Ну, где по лабораториям. Там, ну, халява. Несложно. Нифига вас тут, нифига тут замес прям. Сука! Скинул меня. Ну и, конечно, да, у меня сейва нет. Надо было там засейвиться. Все, буду знать, сейчас подальше пройду, я там засейвлюсь. Сейчас здесь гранта этого завалю. Надо успеть схватить шляпу. В прошлый раз она неплохо так лежала. Когда она лежит на боку, она катается, она куда-то может укатиться. Причем она в рандомные стороны катается. Блин, сейчас чуть с ней чуть не улетел, не упал. Так. Ну вот примерно такое у нее состояние равновесия. Так, ладно, я здесь засейвлюсь. Так. Ага, отсюда он уже начинает по мне дубасить. Там впереди вообще замес жесткий. Нужно как-то подготовиться к этому делу. Нужно уравновесить шляпу, чтобы она никуда не катилась. А, скотина! Но зато она перевернулась. Вот когда она перевернутая, она, ну, лучше лежит. То есть я ее вот положил. На той стороне, конечно, она на торце она лучше лежит. Естественно. Так, я это дело сохраняю. Там здесь же, по-моему, бежали гранты целой толпой. Может, я немножко вперед пройду? Пусть она тут пока полежит, я впереди чуть-чуть зачищу места. Так, пушка у меня заряжается. Блять! Ну я вообще, конечно, даю. Так. Это как мем такой был. Мужик такой на мотоцикле в забор врезался и такой говорит: блин, не выспался. По-моему, даже в 100-500 было такое. Так. Ах ты, блин, тварь. Он, короче, сдох, и в меня все равно эти штуки попали. Прилетели. Так. Шапку берем. Сохраняемся. Проходим еще немножко. Ну, приходится вот такой тактикой пользоваться, потому что
за один проход, за один раз не получится так все сделать идеально четко. Так, отсюда, по-моему, у нас замес был, да? Сейвлюсь. Да, по мне уже херачат. Так, это уже лучше, но у меня нет шляпы. По мне попали, и шляпа упала. Поэтому быстрая загрузка, и я шляпу немножко куда-нибудь назад отнесу. Тут пусть полежит. Нет, не упала она. Так, здрасте. Здравствуйте. Я вас здесь-то перехерачу всех. Главное, чтобы шляпа на месте была. Так. Сорян, я сам... сам себе насоздавал этих грантов. Так, он бежит, засранец. Так, все. Блин, меня скинуло ящиком. Нет. Тактика. Че, вы будете прилетать? Так. Немножко досохранюсь. Главное посмотреть. Так, вон он еще один летает. Все, зашибись. Так, сохраняюсь и иду за шляпой. Цепляет эта лента. Цепляют эти ящики иногда. И вот я что-то не могу запрыгнуть. Сейчас удалось. Так, сейвлюсь. Может, шляпу здесь оставить пока и немного вперед пройти, потому что чую прям неприятности, прям запах неприятностей впереди. Так, блин, как вот жопой чую. Так, ладно, ты погоди, куда ты поехала-то? Стой. Это что такое вообще? Это как так? Лол. Я сделаю, значит. Так. И вернусь за шляпой. Очень многое, что может тут из окружения убить, помимо врагов, помимо естественных противников. Поэтому нужно очень хорошо тут маневрировать. Так, я здесь пока сохранюсь. Здесь я поставлю шляпу. Угу, там вон он бегает. Сейчас я его... Он не один там. О, его ящиком убило. Дурачок. Так. Блин, плохая мысль, конечно, сохраняться на этой штуке. Так. Что-то происходит. Здесь никаких противников нет. Музыка заканчивается, и значит... Кипиш закончился.
Так, я здесь тогда делаю еще одно сохранение. Подписывайся на канал. Блин, музыку, конечно, можно было разнообразить. Так, у нас это второй вход. Очень однообразно прям. То есть, как какая-то фигня происходит, сразу эта бабища начинает. Надоело. Так же, как с этими вилками-розетками, так и тут. Что-то кодировка не подгрузилась. Там на таблице с бегущей строкой. Так, тут у нас стекло. А тут ли я еду? Ну, музыки нет, значит, меня трогать не должны. Так, наверное, вот куда-то сюда, да-да. Так, а здесь я сохранюсь. Опа. Я наверху. Как-то получается все выше и выше и выше. Эй, погоди, я в душ. Пусти. Не, я, конечно, не хочу с ним мыться. Но ничего. Я подзаряжусь рядышком. Пусти. Я тоже в душ хочу. То после этих всех головастиков. Так, куда? А, тут, ну, все стандартное. Так, шляпу мою унесло. И она не упадет? Она не упадет. Я, конечно, попробую залезть. Может, она где-то там наверху осталась. Отлично. Не придется самому загружаться. Так. Что у нас тут? Душ, да, душ. Так. Блин, со шляпой это провернуть будет гораздо сложнее. Потому что шляпа постоянно что-то из рук выбивает. Так. Уёпарасоте. Так. Нужно так вот бочком, полубочком, полурачком, короче. Сейчас оно... Так, так. Бляха-муха. Без шляпы это сделать намного проще. Там просто хоп, 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 хоп. Я заехал. Ура! Так, и мне надо, наверное, сюда, да? Да. Фонарик плохо светит. Как-то его плохо здесь проработали. Может, специально так сделали. Так, вон там какая херня летает. Он в каком-то коконе там, в капсуле в какой-то. Надо, наверное, сначала, я так полагаю, вот эти лучи, с, которые к кокону подходят, надо их как-то сбивать, то есть к чему-то они приделаны там, или розетки отключать. Угу. Это чё? А, нифига себе! Так, 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 так. Что? Где шляпа? Ой, нет, блин. Вот она. Вот эту шляпу трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Я сохраняюсь, конечно, и иду дальше. Так, еще тут какой-то будет хер летать. Так, там кто-то плюется уже в меня.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нужно посмотреть вообще, кто там. Кстати, сорян, что я сегодня без камеры. Я на работе штатив забыл. А сделать надо. Выпуск сегодня, иначе я не скоро его сделаю. Поэтому извиняйте, что сегодня без камеры. Так, сейчас я сначала разберусь. Ага, меня заряжает тут телепорт. Так, по нему я не вижу смысла лупасить, потому что... Так, где, к чему? Во. Так, подзарядиться. Мне очень срочно нужно полечиться. Прям очень срочно. Я, конечно, сейчас сделаю глупость. Я сделаю быстрое сохранение. Но у меня есть там не так далеко нормальное сохранение. Поэтому, если что-то пойдет не так, я загружусь с более дальнего и перепройду этот момент. Так. Так, куда-то я... Немножко не туда улетел. Хорошо, тут джетпак спасает. Так, надо как-то упасть туда, чтобы шляпу забрать. Собака. А чё шляпа? А, не, вот она. Наверное, будет быстрее просто это загрузить, чем пытаться ее поднять оттуда. А, и нужно понимать, что нужно смотреть, куда летишь. Так, надо на это внимание-то подобратить. Так, если мне сюда, так, то я полечу так. Так. Угу. Юху! Так. Угу, портальчик. Это выходной портал, это не входной. Я так понимаю, если в самый низ пизданешься, что можно будет зайти в портал и подняться на какой-то уровень, на какой ты уже зашел. Так. Угу. Тут у нас лучи. Нужно это говнецо отключать. Так, я шляпу попробую здесь оставить. Она вроде не катается. Сохранюсь здесь же. Угу. И вот эта штука, похожая на сердце. Но это не сердце. Проще будет сделать так, чем заново пилить с самого низа на эту верхотуру. Так, сюда не нужно складывать. Нужно скорее схватить шляпу, потому что я ее иначе лишусь сразу же. Блин, моментально. Я это, конечно, вообще плохо придумал. Так, ну я тогда загружу с предыдущего места. Тут какой-то автосейв был. Так. Ну, прям перед этим моментом. Поэтому я шляпу просто с собой затащу. И, наверное, проще ее здесь положу. Катись в другую сторону. Только в текстуру не уходи, да. Потому что она бывает в текстуру уходит. Особенно это касается каких-нибудь текстур камней или какого-нибудь мусора. Так, сейчас эта штука улетает. И я улетаю вместе с ней. Опа! Ой-ой-ой! Меня чуть не поджарило. Сохраняюсь, делаю еще такой сейф в отдельную ячейку. Там у меня, наверное, уже 300 сейвов. О! Мне это нужно. Принять душ.
после ваших всяких батутов. Так. Блин. Ай-яй-яй. Чуть не упал. Было бы очень неприкольно. Так. Хер летающий. Он еще вот этими камнями. А-а-а. Так, тут у нас залочено. Так, где? Гранты, грюнты. Они меня зафигачили. Скажем так. Что-то я в последнее время материться чаще стал. Я стараюсь это делать поменьше. Блин, я, по-моему, не отключил нифига эту штуку. Так, еще где-то кто-то будет. Да что ты? Какой ловкий, а? Так, мне нужно забрать свою... Так, что-то звуки какие-то стрёмные. Шапку свою надо забрать. А, так, я здесь сейвлюсь. Да, это видео тоже получилось немножко длинноватым таким. Можно было так, да, это все сделать. А куда мне нужно-то? Куда-то сюда, что ли? Наверное. Так, да. Мне нужно сюда. А, я здесь сохраняюсь. Так. Пойду разбираться. Вот что-то с ней не то происходит. Не то пальто. Так, здесь у нас... Я отсюда пришел. Угу, здесь некуда. А здесь вот она, труба есть. Прям по трубе аккуратно. Без резких движений самое главное все это сделать. Так, я на месте. Какие звуки. Так, она уже вон куда она улетела. Так, я здесь, конечно же, сейвлюсь. Так, сейчас шмякнется еще один ящик, и я сразу за ним. Куда он полетит? Так, туда и я полечу. Куда ему, туда и мне. Нам строго наверх. Цитадель прям какая-то, как в конце второй части, только там поинтереснее это все, подинамичнее было. Тут как-то это все... Не знаю. Блин, как... Куда там идти-то нужно? Что-то я не могу понять. Я здесь шляпу оставлю пока... Ровная такая более-менее плоскость. Сам схожу, посмотрю. А, мне нужно туда. Но я по-любому я сюда попаду. Так. Мне нужно засейвиться. Надеюсь, я к шляпе же вернусь. Ну, я так понимаю, что я обратно сейчас отключу эту штуку и обратно вернусь. Так, она не активна. Ну, понятно, уже такое где-то я видел. Так, главное не улететь.
засейвиться, подождать ящик и прыгать. Смотреть, куда он летит. Так. Туда и я полечу. Так. Тут у нас телепорт включается. Ага, вон он у нас есть. Душ. А, ох, нифига себе. Тут целых три головоломки надо решить. Поэтому я, наверное, здесь оставлю шляпу. А чё, она улетела сразу? Куда она улетела? Почему она? Пусть она, конечно, тут лежит. Тут более безопасное место. А как так произошло? Что ее так сюда закинуло, подкинуло? Я, конечно, сделаю сейф. Так, и такой, и вот такой. Так. До какого-то логического... до какой-то логической точки нужно зайти. Я, наверное, сейчас разгадаю три этих загадки. Ну вот по проводам, если идти, разгадаю, короче, и пойду, ну, там дальше своими делами заниматься. В общем, буду заканчивать прохождение. Только не камнем. Камнем больно. Не знаю, какая-то в Зене мне не нравится уже такая динамика какая-то игры. Не... никак вот в начале. Где лаборатория? Так, я здесь сохраняюсь. Большой сейф я не буду делать, потому что я далеко от шляпы. Так. О. Угу. Понял. Понято. Блин, опять это. Так, тут вижу дырку. Тут, наверное, она, эта штука, лазер, луч ваншотит, я так понимаю. Ну, естественно, я прям на выгадал на луч упасть. Тут два луча. Тут хорошо. Тут три луча. Блин, на один попал. Ну, в принципе, это не смертельно, это можно проходить. Проходибельно это. Что такое? Застревает Гордон. Зацепляется за всякое. Так. Вот у нас эта штука, говнюшка. Так. Угу. Так, я вернулся к Вортигонту. Мне осталось два потока, два провода. Так, я... блин, ё-моё, не то сделал. Так, так, так. Это пушка, и я делаю сохранение, и такое сохранение. Самое главное, вот в любой ситуации делать больше сейвов. Теперь в этот коридор. Тут у нас что? Ну, тут однообразный получится. Так. Задачи. Тут... да, снова. Вот сейчас он этих будет. Вортигонтов будет сейчас присасывать. Так. Так. Еще одна осталась. Зашибись. Можно сохраняться. Так, куда, где тут? Наверняка опять какая-то прыгалка. Прыгнуть наверх. Там где-то этот корень зла отключить. Блин, ну... кто бы мог подумать?
Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хе-хе-хе. Прикол. Вот и... Не... Так, вот, все понятно. А, сейчас будет жесть. Как ниндзя, короче. Фримен ниндзя. Так. Так. Неплохо. Так, опять в эту шахту. Так, у нас... Надо самое главное сейчас зарядиться и удостовериться, что с шляпой все в порядке. Ну, я уже, конечно, издалека вижу, что она на месте, и у нас остался один провод. Галаланг. Так. Здесь мы сохраняем. И идем дальше. Последняя, последняя осталась головоломка. Опять же там контролер будет кого-то контролировать. Или их вон целая толпа. Я под раздачу попадаю. И прям какой-то, блин, возбужденный летит прям. О, весь. Так, дозаряжался и остался один, да? Вот эти штуки взрываются. Интересно, они их, их мочат? Меня они мочат, эти штуки. То есть, если я близко подойду и ее взорву, то мне достанется по шапке. Так, что, все, 100%? Ну, опять же, да, там нужно этот бородавку эту лопнуть. Прыщ этот. Конечно. Их. Так. Все, я понял. Так. Теперь нужно так встать. Ой! Не успел. Нужно было, наверное, каким-нибудь быстрым прыжком. Ну, кто же знал, кто же знал. И чё? Просто проход открылся, да? Блин, по какой-то кишке хожу. В самой в жопе мира нахожусь. В жопе мира Зен. Так. Что у нас тут? Юху! Так, нужно восстановиться. И полететь дальше. Хотя я здесь делаю сохранение, это уже какое-то логическое... завершение, какая-то точка, то есть дальше у нас новые задачи будут, новые головоломки. На этом у меня все. Ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, скажите свои предложения какие-то. У меня на этом все. С вами был Дженкинс. Всем пока, до встречи в новых видео.